Несколько месяцев после нашумевшего интервью советника президента Ермухамета Ертызбаева в кулуарах власти готовятся к распуску парламента, хотя официально эту информацию постоянно опровергали. Параллельно с этим стало заметным политическое оживление в стране. Во-первых, сменилось руководство АКЖОЛа, компартия по решению суда была вынуждена приостановить свою деятельность, экологическое движение Табигат заявило о преобразовании в партию. Депутаты Нижней палаты не скрывают, если будет приказ сворачиваться, никто противиться не собирается. Это зависит от процессов, происходящих в стране. Если будет необходимо, распустимся. Мажилисмен Ирак Еликеев, этой весной уже призвавший своих коллег к самороспуску, признается, он с удовольствием сделает это еще раз, если его попросят. Правда, не может объяснить, зачем это нужно. Сегодня обсуждается, а может и не будет. Может быть, специально, чтобы держать в таком состоянии депутатов парламента. Возможно, я не знаю. Случайно не вы будете инициатором очередного? Я думаю, что мне такое предложение не поступало. Слухи о распуске парламента прокомментировал самый главный политический оракул страны Ермухамет Ертызбаев. Если брать политическую составляющую, пока партия Нур-Отан полностью доминирует на партийно-политическом поле Казахстана, пока казахстанская оппозиция не объединилась, пока не началась вторая волна кризиса, пока проблема религиозного экстремизма не стала масштабной, а пока она только является локальной, единичной, все эти факторы, на мой взгляд, должны заставить политическую элиту провести выборы раньше. Пока Мажилис хранит молчание, но если в ближайшие дни парламентарии объявят о самороспуске, то, согласно законодательству, выборы в парламент пройдут не раньше января 2012 года. Эльвира Маженова, Анар Бекбасова, Бауыржан Кажаканов, Астанинское бюро телеканала «Алматы».